Уважаемые зрители, рады представить вашему вниманию первую часть видеообзора международного гроссмейстера Давида Паравяна о лучших партиях, сыгранных им на мемориале Смыслова в Москве. Хорошего просмотра! Добрый день, уважаемые пользователи chess.com.ru. С вами Давид Паравян, и я хотел бы сегодня показать вам свои партии из прошедшего мемориала Смыслова в Москве, в Центральном доме шахматиста. Был очень интересный, с моей точки зрения, турнир, который выиграл Санан Сюгиров. Но я поделил с ним и с Александром Рахмановым первое место. Мы набрали 5,5 очков из 9. В этом турнире участвовало 10 российских гроссмейстеров, так называемого второго эшелона, 2600 и выше. Первый номер был Александр Предки с рейтинговым показателем 2673. Партии, с моей точки зрения, в большинстве своем получились очень творчески интересные, и я хотел показать что-то из своего творчества. Я выиграл 4 партии, проиграл 2, очень хороший эндшпиль проиграл Максиму Чагаеву и сложную партию Санану Сюгирову. Но хотелось бы сегодня поговорить о приятных для меня моментах. Первая партия, которую я хотел бы показать, была сыграна против Алексея Сараны. Я шел к этому моменту полочка из двух, Леша очко из двух. И нам обоим хотелось как-то вот на сложную борьбу выходить. Итак, дебют d2, d4, конь f6, c4, e6. Но эти ходы сейчас делаются почему-то практически автоматически. Это самое популярное возражение за черных на d4, такой готовность к защите Немцовича. Конь f3, d5, конь c3. Тоже очень классическая позиция. Тут у черных, казалось бы, миллион возможностей, уже все показаны, люди дошли уже до ходов a6 или h6. Но у меня тоже была своя идея, пошел конь e4. Этот ход довольно не по правилам шахматным, да, потому что нельзя развивать, казалось бы, фигуру два раза подряд, но в современных шахматах бывает всякое. Где-то у черных идея поставить c6, f5 и перейти в строение каменной стенки. Значит, белые пошли ферзь c2, ну, f5 не слишком выгодно из-за слона f4. Считается, что если белый поставит слон f4, e3, у него будет большое преимущество. Поэтому я ударил конем на c3, ферзь бьет c3, a5. И неожиданно выясняется, что довольно неприятно угроза слон b4. Перед белыми нависла с идеей съесть ферзя за слона, что, в принципе, выгодно. Можно было здесь защищаться от него по-разному, но везде были свои тонкости. Леша пошел a3, это самый амбициозный ход. Теперь, если я не пойду слон b4, то как-то глупо это все вышло. Никакого смысла в моих ходах тогда не было. Просто потерял много темпов на размен коня. И отстаю в развитии. Поэтому слон b4. Но этот ход приводит к довольно нестандартной разменной операции, нестандартному материальному соотношению. АБ. Теперь висит ферзь и висит ладья. Поэтому белые забирают ладью на 8, черные забирают ферзя, и белые забирают коня. И что в итоге? У белых ладья, конь и слон за ферзя и пешку. Это считается материально выгодным соотношением для белых, и черным нужно срочно что-то предпринимать, чтобы зацепиться за контр-игру. Я понимал, что времени у меня мало на создание контр-игры, надо предпринимать что-то срочное. Я задумался здесь на целый час. Я считал вариант довольно интересный c5, с идеей вывести где-то ферзя. bc, cd. Белые забирают комби d4, потому что если cd, то может быть ферзь опять шах, у меня будет возможность. Ферзь опять, ладья bc8 шах. То есть ферзь опять ход связан с жертвой всего комплекта. Но черные дают ферзь bc3 шах, и выясняется, что фигуры белых плохо скоординированы. Скажем, на слон d2 ферзь 1 уже шах, и это будет мат. Поэтому король d1, ферзь бьет d4 шах, и здесь белые не могут избежать вечного шаха. А если они это постараются сделать, то получат мат в центре доски. Но, тем не менее, мне это показалось не столь очевидным. Я пошел
CBS-ом B2 рокировка, что, наверное, еще лучше. Но здесь нужно считать было принципиальный ход C5. Если белые создадут такую ситуацию, что у черных не останется конкретных угроз, то если белый будет просто выигранный. Поэтому черным надо очень торопиться. Я пошел ферзь D7. Теперь черный ферзь выскакивает в лагерь белых, нескоординированный, и пытается там создать неприятности. И вот здесь, в принципе, единственная ошибка в партии, но она оказалась решающей, ладья А8. Очень логичный ход. Белые начинают контролировать эту диагональ, но стоило контролировать поле B5. Надо было пойти E3, черные пошли ферзь А4, король D2, чтобы прикрыть поле C2. Ферзь А7, белые жертвуют качество. И три фигуры за ферзя. Но ученых тяжело с конкретными угрозами. Им нужно давать вот такой, даже не вечный шах, а такое вот повторение позиции своеобразное. И была бы справедливая ничья. Но ладья 8, Леша пошел разумно, но слишком амбициозно. И у него просто не срослось в конкретных вариантах. Ферзь b5, слон c3, ферзь b3, король d2. Вынужденный ход, потому что... Но слон d2 всегда ферзь b1 шах и мат. Поэтому король d2 ходить надо. Черный ходит слон d7. Теперь слон при случае идет на a4 и создаются какие-то конкретные угрозы королю. Белый шел ладья a1. С идеей, что на слон a4 пойти ладья c1. И вот здесь ресурс, который мы изначально с Лешей оба не видели, но он очень важный, и он решает партию. b7, b5. И грозит b4, и дела белых очень плохие. Их фигура настолько не скоординирована, и еще и пешка идет ферзи. Скажем, ладья c1, b4, слон 1, ферзь a2 шах, король a1, b3. Пешка идет, а приходит c2 слона, и это абсолютно выбранная позиция у черных. Белые пошли cb, взять на проходе, cb, e3, ладья c8. Здесь единственный момент, да, что b5... Я испугался во время партии хода слон c4 громоподобного с идеей жертвы, с идеей поимки ферзя. Если bet, то ладья b1 и ферзь пойман. Надо как-то ферзь c4 бить. И белые, ну так, отдали материал, но немножко перехватили инициативу. Мне казалось это неочевидным. Поэтому обошел ладья c8 сначала, вынудил. И если ладья c1, то b5. И, то есть я вынудил поставить ладью белых на c1, и уже нет никаких идей, что ладья не может пойти с h1 на b1. После b5 опять-таки пешка идет на b4, позиция белых, к сожалению, совершенно безнадежна. Леша просто сошел слон d3, отдал этого слона, но здесь партия уже долго не продолжилась. И черные победили. Следующая партия с Вадимом Звягинцевым. Я разыграл лондонскую систему. Слон e7, есть такой хитрый ход с идеей на e3, конь h5. Но я готов был перейти к построению ферзевого гамбита, которые возникали бы после d5, конь c3. Пошел c24, то есть такие гибридные шахматы пошли, потому что Вадим отреагировал c7, c5, и после d5, d6 возникла система бинони, так называемая. Черные сейчас пойдут e7, e5, и эта структура называется бинони. Соответственно, сначала была лондонская система, потом, казалось бы, ферзевый гамбит, и вот перешло все в защиту бинони с лишним темпом, даже с двумя лишними темпами для черных, потому что белые потеряли два темпа. Но позиция закрытая, и структура опасна для черных, поэтому не так уж страшно это все за белых. Такая вот не классическая игра, может быть, где-то, но все-таки позиция закрыта и трудно использовать. Может быть, e4 стоило пойти черным, не дать белым пешку на e4 поставить. И здесь была бы, ну, такая контр-игра у черных, все-таки связка, может быть, не слишком приятно. Но черным пошли слон f5, я пошел конь h4 с идеей e4, g3, чтобы подкрепить коня. И вот возникла эта позиция. Я думаю, что он с большим перевесом у белых. Вроде бы черные опережают в развитии, но сама вся структура настолько опасная, и контр-игры прямой нет у черных. Слон h3 Вадим решил поменять двойпольных слонов. С одной стороны, чем меньше фигур, тем лучше для стороны, у которой нет пространства. Но без знаменитого стратегического белопольного слона у черных, казалось бы, будут проблемы с контр-игрой. Но белые сделали все в этой партии, чтобы проблем с контр-игрой не было. Король g2, ну, комбит h5, ладья h5. И поле f5 довольно сильное для коня, поэтому эта жертва качества оправдана. Черным шли конь g7,
h6, конь g8, знаменитая пешка на h6 от альфа-0. А4, ну, возможно, ход, чтобы вообще на корню пресечь ход b5, конь c7. Да, здесь каждый подводил фигуры. Здесь пошел ладья d1. В принципе, я правильно уловил идею, что слона надо поставить на c3, но, конечно, редакция, которую я сделал, просто ужасает своей бездарностью. То есть логично было конь cd1 и слона на c3, коня на f2. Я пошел ладья ad1, конь d7, конь e2, ладья b8, слон c3. Я довольно стал прогуляться уже с высокомерным лицом, но когда я пришел к доске и увидел коня на a2, у меня был некоторый шок. Я понял, что вся моя идея немножко не работает, мягко говоря. То есть, просто банально, черные напали на слона, и этот нажим на пешку e5, он как бы просто не сработал. Я, чтобы не выглядеть полным идиотом, отошел слоном на e1, потому что если отошел слоном на d2, это возникла бы ровно та же позиция, то есть черные как минимум могут пойти обратно на b4. А я как бы хотел сделать вид, что я все так и планировал. Ферзь b6, черные уже напали на пешку, уже какая-то контр-игра возникла. Конь g4. Теперь если b2, все-таки ладья d2 довольно опасно. Конь на a2 все-таки слишком подвисает. И, видимо, черный просто теряет коня. Еще ладья подключается. Поэтому f5, еф, ладья bf5, a5. Опять-таки ферзь b2 по тем же причинам слишком опасно. Черные отошли ферзем на d8. Тут я немножко жадно сыграл ферзь a3, но опустим тонкости. Я съел эту пешку. Мне казалось, что чем больше я скрываю игру, тем сильнее становится пешка на h6. К тому же я съел пешку. Ну, b6. Все-таки не очень приятный ход. Ферзь c3, ба, fe, конь e5. И тут я как-то задумался, но слишком тонко, видимо, все сделал. И это было неправильно абсолютно. То есть конь d4 был довольно принципиальный ход с идеей напасть на ладью. И еще конь e6 там где-то при случае. Черные забирают на g4, конь bf5, слон f6. Конь d4, и тут мне как-то не понравилось a4, идет ладья на b3, и как-то инициатива вроде переходит к черным. Но компьютер предлагает умопомрачительный ход b2, b4, с идеей не дать ладья b3 черным. И после ab, ферзь f3, конь e5, ферзь f2. С точки зрения компьютера у белых выигранная позиция, для меня это не было очевидно. Точнее, ну как не было, мне сейчас это не очевидно, ход b4 я вообще не рассматривал. Я пошел ладья f1, мне казалось, тоже разумно, но после ферзь d7 у черных уже были достаточные ресурсы для обороны. Черные пошли слон f6, это ошибка. Конь bf6, ферзь bf6, конь d4. Ошибка потому, что немножко неудобно черным здесь теперь развязаться. То есть ладья bf1, ладья bf1, и как-то конь идет на c6, где-то c5 у меня есть подрыв, коня e5. Пешка на h6 слишком сильна, и еще структура здесь не очень хорошая. То есть все-таки позиция довольно плохая у черных здесь. Но Вадим нашел красивый трюк конь f7. Еще также быстренько отмечу, что конь g4 было с такой же идеей, да, что на конь bf5, ладья b2, шах, неожиданный такой удар. И очень неприятно он оказывается для белых, казалось бы. Но это была моя такая дешевая ловушка. Я собирался пойти король g1. И, казалось бы, черные съедают целого ферзя, но за счет силы пешки h6 я неожиданно здесь ставлю мат, конь e7 шах. Единственный отход короля это на h8, и вуаля. Вот была бы такая красивая концовка, но Вадим таких концовок не дает обычно проводить. Он ходит конь f7, он нападает на пешку h6, и я пытался сделать то же самое, конь bf5. Стоило пойти король g1, и с идеей, чтобы ладья b2 шаха не было. Черный бьет на f1, ферзь e5, ладья e1. Вот этот важный ход, и он приводил к победе, потому что ферзю жизненно необходима эта диагональ, чтобы мат на g7 белые не дали ферзем. А на ферзь f6 уже ладья e6, и как-то вот, неужели на h8 надо отходить? Ну, как-то не хотелось бы. Да, вот это выигрывало, а я пошел конь bf5, ладья b2 шах, ферзь b2, ферзь b2, ладья f2, ферзь e5. Да, отметим, что король g1 здесь уже не проходит, потому что конь на f7 занял оборонительную позицию хорошую, и здесь король f8, я просто без ферзя. Поэтому я забираю ладью, получается такая позиция, две ладьи за ферзя. И здесь забавно ход ладья d2, теперь gf, ладья d2. Я думал, честно говоря, что выигрываю, но тут ученых находится контр-игра при точной игре, конь g5. Значит, конь f3 шах, грозит на ладья d2, конь f3 шах.
довольно неприятно. И конь забирается. А на комбе d6, ферзь g4, ученых здесь сильная связка ферзь плюс конь. Она обеспечивает им достаточную контр-игру, как минимум для поддержания равновесия. Черные пошли конь g5, что тоже разумно. Они хотят коня на e4 поставить. Но у меня здесь была заготовлена вот такая тактическая операция. Я как бы меняю коней, и король черных очень слаб. Черные пошли ферзь g5, потому что им надо как-то избавляться от этой связки раз, а два все-таки на пешку h6 черные напали. Я отыгрываю коня. Теперь, если ферзь бьет h6, то выигрывает c5, да, и d6, пешка идет ферзи, и ее никак не остановить. Черные пошли а4, я дал ладье 8 шах, король f7, ладья 8, e6. Идея была где-то в вариантах иметь ладья в 2 шах и ладья бьет d6. То есть грозит вообще прямо сейчас ладья в 2 шах и ладья e8. Поэтому я, соответственно, вынуждаю ход ферзь бьет h6, но что это мне дало, я так время партии и не понял. Хотя ученый белый здесь был красивый выигрыш. Давайте я покажу его. Я пошел c5, надо было ходить ладья в 2 шах. Король g8, ладья 8 шах, король g7, ладья 7 шах. Опять-таки черный вынужден находить королем на g8. Ладья b2, грозит мат, ферзь f8, ладья b, e2, грозит ладья e8, опять-таки довольно неприятно, надо ходить ферзь f5, ладья 7, но это очень сложный выигрыш. Ладья 7, опять-таки грозит мат, если король f8, то ладья f2 неожиданно, поэтому ферзь f8, c5, a3. Такая неочевидная игра, да, c6. Черные должны контр-игру создавать ходом а2, чтобы на ладья бьет а2, уже можно было выскочить ферзем, и не было мата по восьмой горизонтали. Но здесь еще белый бьет ладья бьет а6, ферзь f5, точно такой шах, потому что на ладья d2 есть все-таки контр-игра после h5, h4, и черные могут дать вечный шах в будущем королю. Поэтому надо еще дать шах, король g7, ладья a7, шах. Король h6, ладья d2. Теперь пешка h5 не может подключиться к вечному шаху. Белый забирает ладью на a2. Буду честен, я себя не осуждаю за то, что это все не нашел. Это все супер тонкая компьютерная геометрия. Я банально пошел c5. Я мыслил куда проще. Хотел как-то привести пешку уже, наконец-таки. Но Вадим точно игру этого не давал долгое время. Ферзь h5, напали на пешку d5 с шахом, поэтому я защищаю ее. Ладья d2, a3, ладья бьет d6, ферзь g5, напали на ладью, как-то черный пытается создать в рядах белых неорганизованность. Ладья f2, шах, король g7, c6, ферзь c1, удачный ход, тормозя пешку c6, поэтому я дал шах, король h6, c7. Казалось бы, я очень близок к превращению ферзи, но гениальным ходом ферзь c5 черные держали ничью. Объяснить это довольно трудно, но давайте посмотрим, что было в партии, и от этого уже будем отталкиваться. Ферзь c4 довольно разумно с идеей a2, но проблема в том, что я хожу король h3, и теперь на a2 ладья бьет a2 всегда. И на a2 черный раньше бы забирали шахом, а здесь я просто прожу ферзя. Соответственно, ферзь c5 ход был тоже, чтобы дезорганизовать позицию белых, да, то есть я не могу пойти король h3. Сами черные, если что, пойдут король g5, то есть белым трудно предложить какой-то разумный план усиления. Да, поэтому, а вот ферзь c4, король h3, теперь a2 не грозит. Черные пошли король g5, разумно подвели короля. Но ладья e7 еще точный ход, и я даю шах с e5 во многих вариантах. И позиции, видимо, безнадежные, просто рано или поздно пойдут пешки ферзи. И ученых самое забавное, вроде бы такая открытая позиция, но реально нет контр-игры. a2 всегда ладья бьет a2, поэтому вечно шах тоже трудно поставить. Вадим подключил пешку, я дал шах. h4, какая-то уже попытка такая любой ценой скрыть моего короля. Ну, ладья f4, точный ход. Я напал на ферзя и на пешку. Шахи, бесконечные цветнотные шахи и ладья f2. Ладья f2 вернулись, то есть черные просто дали эту пешку h и ничего реально не добились замен. На ферзь h1 шах, мне казалось, проще всего ладья h2. И если что, король выйдет с шахом. С этой клетки, скажем, ферзь 1 шах, король g4 шах, неожиданный. И c8 ферзь просто. Да, ну, Вадим пошел король g7, я дал шах, король h6 обратно и король h2. И, в принципе, самое время сдаться. Ладья просто подойдет на e2 и на c2. Белый перейдет пешку ферзи. Вот такая вот
сложнейшая партия, но довольно интересная и памятная, потому что чем больше ошибок, тем памятнее партия. Надеюсь, вам понравилась первая часть. Не забудьте посмотреть вторую часть, а также подписаться на наши каналы Chess.com.ru и, конечно, поставить лайк. До скорых встреч!